Это мы пришли пробовать сыр Грюйер. Вот их магазинчик. Сейчас мы туда пойдем, попробуем припарковаться. Ну, ты можешь себе посетить. А вот и мальчики приехали. Есть надежда, что мы скоро войдем в сырницу. Это реальные сыры? Смотри, последняя стадия. Кстати, номерочек складывают. Да, да. Видишь, они до последней стадии, они сейчас под прессом. Они оставят эти номерочки, какой день, на какой фабрике это было сделано. Это под пресс пойдет или кто? Да, да, это они подставили, и сейчас пресс. Под прессом, по-моему, несколько дней. А, нет, ты ошиблась. Это эти белые штуки, это такие под пресс, чтобы через них пресс пошел. Смотри, какая тяжелая работа, что это обалдеть. Большое уважение. Всегда точно этот мастер, это подмастерье. Что-то включает после этого. Пресс. Надо выдавливать. Не работает что-то, видишь? Никак. Включил прессу, правда?
Вот этот пресс выдавливает, видишь, ну, наш этот дуршлаг, да, видишь? Ну да, как домашний сыр, да. Примерно то же самое. Да, да, но видишь, скапывает там вниз, видно прямо как рвется. А, видишь, два ставит иногда. Моет, естественно, все. И там тоже моет. Пустой котел. Все? Все. Там? Пошли кушать сыр. Да, уже голодно. Ну ладно, все, закончили. Я не видела.